это время еще не спят многие люди. Кто-то просто привык поздно ложиться, кому-то хорошо на душе и хочется общения, ну, а кому-то немного грустно и одиноко. Ведь так тоже бывает. И поэтому мы надеемся, что вы задержитесь у экранов ваших телевизоров, чтобы узнать о последних событиях в мире, послушать хорошую музыку, встретиться с интересными собеседниками. Спать не хочется? Вы знаете, я по натуре своей ночной человек. Сова. Ну, скорее, филин, я бы сказал. Но мне кажется, что вот такого рода передачи – это же эксперимент. Да. Это начало. Вообще считаю, что любой эксперимент, любое начало – это прекрасно. За целый день, наверное, возникают какие-то и усталости, какая-то утомленность, и, может быть, хочется как-то расслабиться. Но не будем забывать, что в нашем многообразном мире звучит не только музыка, но и происходят важные политические события.